Станица Анапская. Нерегулируемый пешеходный переход на пересечении улиц Мира и Кавказская. На камерах видеонаблюдения видно, как группа из 3 человек переходит проезжую часть по зебре, но на середине пути в них врезается легковой автомобиль. От удара один подросток перелетает через машину, остальные серьезно не пострадали. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Возбуждено административное производство, проводится проверка. Установлено, что виновник ДТП, 50-летний житель станицы Анапская, за рулем был трезв, однако, скорее всего, превысил допустимую скорость. По этой дороге разрешено двигаться не более чем 40 км в час. Кроме того, установлена камера скоростной видеофиксации и знаки, предупреждающие о пешеходном переходе. Но, к сожалению, по словам местных жителей, водители здесь часто игнорируют правила, и этот переход требует более серьезных мер безопасности. Это очень опасный переход. Рядом школа. Один раз в неделю вот у нас ярмарка, на которой очень много людей. Не все совершенно водители или знают, или иногородние, не останавливают, не притормаживают. В Краснодаре, посмотрите, там, где дети, там воздушные переходы. И никаких проблем водителям. Интенсивное движение, постоянно, сам с ребенком, нет-нет, прогуливаемся на ту сторону, переходим в парк. Ну, опасно, в общем. За последнее время случаи дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов участились. Отдел ГИБДД бьет тревогу и усиливает профилактические меры. С 25 января будет проводиться операция «Пешеход». Наряды дорожно-постовой службы и ГИБДД будут выявлять водителей, которые игнорируют знаки. Мероприятие продлится до 3 февраля. Руслан Душевский, Анапа регион.